Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики канала. Мы продолжаем опыты по теме низкое напряжение дает тепло, но при этом свечения ламп нету, но при этом выделяется тепло. Но самое главное даже не в этой связи, а в связи с тем, что при низком напряжении у нас, ребята, потребление отсутствует. Об этом показывает счетчик. То есть на данный момент, вчера я вам показывал и позавчера, лампу 500 ватт. На данный момент мною взята галоген лампа, вот она, трубчатая, 150 ватт. Пробуем ее нагрев. Сорок восемь, 53, 60, 65, ребята. 65, 66, 67, 63. Ну, в общем, 70 градусов где-то. Я еще недавно включил. Нагрев этой лампы 70 градусов. Лампа не светится, видите? Света нет, а нагрев идет. То есть и на 150 ватт, ребята, можно пробовать такую систему. Нагрев, правда, меньше. Это значит, надо стараться брать еще больше объемы таких трубок.